В этот день, 7 июля, родились Иван Черский, геолог, геоморфолог, исследователь Сибири, художник Марк Шагал. Родители Марка Шагала были категорически против того, чтобы их сын стал художником. Но наперекор всему Марк отправился в Петербург, где сразу поступил на третий курс рисовальной школы общества поощрения художеств, а потом в частную школу ученицы самого Репина. По словам Шагала, никакая академия не дала ему всего того, что он почерпнул во время французской стажировки, где его меценатом стал политический деятель Виновер. «Отец меня родил, а Виновер сделал художником. Без него я, верно, был бы фотографом в Витебске». Постепенно к творчеству Шагала из смеси кубизма, сюрреализма, экспрессионизма начали присматриваться другие ценители живописи, искусствоведы. Одним из самых узнаваемых его полотен стали «Влюбленные», в главной роли его супруга Белла. Все портреты с Беллой во время пребывания в России проникнуты миром и нежностью на этом новом этапе их совместной жизни, отмечали критики. Правда, русский этап был недолгим. Эмиграция дала Шагалу свободу самовыражения в творчестве, которое было не советским, да еще и религиозным. Больше 10 лет живописец работал над серией библейских иллюстраций, получившей название «Библейское послание». Он создавал мозаики и витражи, украсившие множество зарубежных храмов. Его ангелы картинного авангарда наравне с летающими людьми и животными стали птицами высокого полета, а их создатель все в середине 50-х годов получил мировую известность. Советскую Москву Шагал посетил спустя годы, только в 73-м году, и не смог сдержать грусти. «Вы не видите на моих глазах слез, ибо, как это ни странно, я вдали душевно жил с моей родиной. Я был душевно здесь всегда». Также 7 июля родилась Наталья Бехтерева, нейрофизиолог. Жизнь внучки известного психиатра Владимира Бехтерева была трудной и легкой одновременно. С одной стороны, 14-летняя дочь врагов народа, оказавшаяся в интернате, юность в блокадном Ленинграде. С другой стороны, медицинская профессия нейрофизиолога, которую ее подвела, кажется, высшая сила. Ведь Наталья подала документы в 7 вузов Ленинграда, а из-за войны документы принял один медицинский. Результатами кропотливого труда женщину-уникума стали десятилетия по изучению лабиринтов и подвалов мозга, множество научных трудов, конференций, разработка собственной исследовательской системы, пост директора Института нейрохирургии. Казалось, что Наталья Петровна знала все о клетках серого вещества лучше любого рентгена. И все равно утверждала, мы ничего не знаем о человеческом мозге. Этот день, 7 июля, день воинской славы России, в этот день в 1770 году русский флот одержал победу в Чесменском сражении. 7 июля 1445 года произошла Суздальская битва сил Московского Великого Княжества с Казанским ханством. Итогом сражения стало пленение московского князя Василия II Темного. 7 июля 1621 года большевики разрешили создавать частные предприятия с количеством работающих более 20 человек. Это было частью НЭПа. 7 июля 1932 года Ленинградский исследовательский институт разработал технологию переработки молока в порошок. 7 июля 1137 года был арестован митрополит Кирилл, в миру Константин Смирнов, по обвинению в участии в контрреволюционной подпольной организации церковников. Человек несгибаемой воли и твердой веры, митрополит Казанский и Свияжский Кирилл, родился в Кронштадте в семье псаломщика. После завершения духовного образования и получения степени кандидата богословия, он был назначен с православной миссией в Персию, откуда через 2 года вернулся на родину, чтобы служить на Кавказе, в Тамбове, в Петербурге и Кронштадте. Он был в то время очень близок к святому Иоанну Кронштадтскому, который главной причиной кровавых событий в России называл безбожие, а свое отпевание поручил именно епископу Кириллу. Возможно, что в лице духовного сына он увидел будущего патриарха, который был избран в 26-м году тайным избранием епископата. Интронизации помешал НКВД, который хотел, чтобы патриарх тайно служил им, а после категорического отказа сделал все, чтобы лишить непокорного свободы, а потом и жизни. Проникновенные проповеди епископа Кирилла и полууставные службы, и неустанная энергия епископа, постоянно совершавшего поездки по епархии, и его простота и знание нужд народа. Таким митрополита Кирилла запомнили любящие прихожане. 7 июля 1989 года на совещании в Бухаресте глава СССР Горбачев заявил, что каждая страна соцлагеря должна выбирать свой собственный путь развития. В Восточной Европе началась цепь бархатных революций. Таким был этот день, 7 июля.